Srimati Radharani, we were Raval, where she appeared, Radhika Kumari, and we are going to Barsana very soon. That is such a wonderful thing to be able to pray to Srimati Radharani. Srimati Radharani, our all in all. Шримати Радхарани для нас все. She is Ашвария Татва. Она является Ашвария Татвой. Ашвария Татва. Ашвария Татва. Giving supreme shelter. Она дарует верховное прибежище. In the divine realm of Шри Вриндаван. Божественной обители Шри Вриндаване. To fulfill her divine plans. Для того, чтобы исполнить ее божественные планы. And Guru Татва is derived from Ашрая Татва. И Гуру Татва исходит из Ашрая Татва. So, our Bhaktivedanta Swami Prabhupada, I was just telling to Sharmaji, he is the one who brings the whole world to Mansarovar. Он является той личностью, которая привела весь мир на Мансаровар. Sharmaji was telling me, this is in the jungle. Говорил мне, что эти we are here in the jungle of Braj. No houses, only trees. Никаких домов, только деревья. Animals. Why the whole world is coming to the jungle of Braj? To the little temple of Srimati Radharani. Маленький храмик Шримати Радхики. Because Srimati Radharani is beyond words. Потому что Шримати Радхарани невозможно описать словами. She is Ладини Шакти. Она хладение шакти, энергия наслаждения. Сварупа шакти, бхакти шакти. Сварупа шакти, бхакти шакти. Шрада деви, гаятри деви. Шрада деви, гаятри деви. Every divine шакти comes from her. Любая божественная шакти исходит из Шримати Радхарани. Nothing is there in the world, in the universe, which is not related to her. Во всем мире, во всей вселенной нет ничего такого, что не соотносилось с Шримати Радхарани. And we are going throughout the universes, searching for substitute of her divine love. Везде, повсюду, во всей вселенной мы ищем только ее божественной любви. Because we are undoubtedly mad for love. Потому что мы несомненно все безумно же страстны в любви. Divine madness is manifested in its divine manifestation in Мансаровар. Проявляется на Мансароваре. Because here. Потому что Radharani comes when she is сюда, Радхарани приходит сюда, когда у нее такое немножко сумасшедшее настроение. There may be many reasons for that. Может быть, много причин для этого. I think our dear Vaishnava friends will go into more details. Я думаю, что наши дорогие друзья Вайшнава погрузятся в большие детали. Krishna sometimes makes Radharani mad. Но, and that's a lila, that's a pastime, but it hurts. И это лила, это игра. So, но она приносит боль. So unhappy when he cannot see Radharani. Когда Кришна не может видеть Радхику, он чувствует огромное несчастье. Oh, did she again go to this Мансарова? Куда она отправилась? Неужели опять на Мансаровар? Опять она в это место ушла? Куда она уходит, когда она гневается? Then Krishna comes here to appease her. Потом Кришна приходит сюда для того, чтобы как-то ее умилостивить, успокоить. Convince her of his unconditional love. Чтобы убедиться в ее Radharani's беззаветной devotees, любви. They are looking. Преданные Радхарани смотрят. Krishna is looking for Radharani. Всякие радхики смотрят, Кришна идет. So they are assisting in the lila. И они ассистируют в лиле тем или иным образом. Great acharyas have written a lot about this. Великие ачарьи много об этом написали. Горгавинда Свами. Горгавинда Свами. The whole spirit of separation. Описывает весь дух разлуки. The separation Radharani feels from Krishna. Ту разлуку, которую Радхарани чувствует, когда она не вместе с Кришной, что это нестерпимая боль, и такую же боль чувствует Кришна. This is only we can look and we can hear about these things from the great Goswamis who have given us certain stories. О таком мы можем слушать только от великих вайшнавов, которые рассказывали об этом определенные истории. Given us a taste.
for the Lila, or sometimes has something to do with Chandravali. Временами эти лилы связаны также с Чандравали. Мы не хотим Шриви, что мы не хотим слушать это имя. There is an area of her where a certain tree grows, and that is very big leaves, and that can be used for eating. So one time they were serving. I think it was Rupa Sanatan Goswami with these leaves. It was Raghunath Das Goswami. And he says, why do you bring these terrible leaves here? I cannot take this food. Anyhow, this is like the Leela is many, many branched and many very deep. And Mansarova is a place of unlimited Leelas. And today we are very lucky to meet all of you and to celebrate Mansarova with the Sannyasis, Gurudeva Tulananda, Prem Saro, Prem Prayojana, and with Прем Саровар, прем Прайяджи. We pray to Radharani, please give us. Молимся Радхарани, пожалуйста. Please give us shelter at your lotus feet. Даруй нам прибежище у своих лотосных стоп. Only your lotus feet. Только твои лотосные стопы. Is the only acceptable destination. Являются единственным пунктом назначения, приемлемым для нас. We may be disqualified in 1 million ways. Мы можем быть неквалифицированными в тысячу образов. We think, we hear, we feel that your lotus feet are the most important that is being given to us by Srila Rupa Goswami and other Goswamis. So, I guess you have to figure out what to do with all of us. That charge is given to our divine guardian. Я думаю, ты, Радика, найдешь, что с нами сделать. Ты как-то справишься с нами. Сейчас нам Прем-Прайоджана расскажет Мансаровар Харикатху и Гурудева тоже. I asked Шармаджи to speak. Шармаджи, прошу. You should do that. Я его попросила говорить Шармаджи, но он отказался. Он сказал, сам говори. Поэтому Прем-Прайоджан Прабу сейчас будет. Nama Shrestha Namati Krishna Chipurtra Atra Srupam Rupam Tasya Gajahuri Purim Maturim Goshtva Radha Kundam Devaram Aho Radhika Madhvasam Prakto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosma Gurave Gaura Chandraya Radhika Yitraya Shaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Mon Ananda Lila Maya Vigraya Dema Badya Vyatkabe Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Shyam Sundara Sikanda Shekhar Smaha Smurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhe Supri Chayana Kinkurim Kuru Tvai Vasmi Tvai Vasmi Najivami Tvayavana Thivikyaya Devi Tam Namah Chana Mm.
first of all, I offer my sister and Dhanavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadeya Paramarajatam Guru Pada Padma, Nityalila Purvish Om Vishwapad, Ashtotara Satrasi Simad Rupa Nugaya Charya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Param Pujapad Sri Bhaktilok Paramadvaiti Goswami Maharaj, Sri Atulananda Goswami Maharaj, Ananya Tidangi Pad Gan Sharmaji, and all Vaishnavas and Vaishnavis. Does everyone understand English? Все английский понимают. No English. Вы не понимаете. And if you don't know, then you don't understand that question. Если вы английского не знаете, вы вопроса не поймете. Does anyone need Spanish translation? Spanish you doing? Oh, you're very organized. Да, не то что мы. Today I am overjoyed. Сегодня я преисполнен радости. Today I am most happy. Сегодня я очень счастлив. Because by the arrangement of Brinda Devi again, I have a Vaishnav sangha. По организации Бринда Деви у меня снова вайшнавская санга. And also because снова я в обществе вайшнав. Every year or several times также, every year. Потому что каждый I come вот, to visit год, this holy place. Несколько раз в год я приезжаю в это святое место. And sometimes when I come here. И временами, когда я приезжаю сюда. It's just completely covered in plates and cups and. Тут куча всяких тарелок, чашек стоит. But this year when I arrived, I thought году, приехал, подумал, that actually the holy dam was making a sporty before my eyes. Деле, the beauty of Christ. And then I discovered увидел, the place looks so beautiful, so shiny. Because Srila Paramadvaiti Goswami and all of his disciples and associates have been here the whole morning. Были здесь в течение целого года. While I was in Vrindavan listening to Rasa Lila Katha, the whole morning they were here and they were cleaning everything. И они все здесь почистили. So all of you have come with me and myself also. We are most indebted to all of the Vaishnavas who have done the dham seva here this morning. Мы все в долгу перед теми вайшнавами, которые сегодня утром здесь убирались. So my pranam to you. Поэтому мои пранамы вам. And also to your broomsticks, I'm giving pranam. И вашим метелкам также предлагаю пранамы. I'm giving pranam to your plastic bags in which you are collecting the trash. Пластиковым сумкам, в которые вы собирали этот мусор. Мансаров. What does it mean? Что это означает? Perhaps you know that. Возможно, вы знаете, что during the Rasa Lila, в течение танца Раса во Вриндаване, on that side, по эту сторону, Шримати Радика was dancing with Sri Krishna. Шримати Радика танцевала с Кришной. And she looked. И она взглянула. And she saw everywhere she looked повсюду, куда она взглянула, that Sri Krishna was also dancing Шри Кришна тоже танцевал with all the other Yudhishthira group leaders and sakis. Yudhishthira лидерами групп и другими саки. And when she saw и когда она увидела, that Krishna was not giving any special attention to her, что никакого особенного внимания ей не уделял, he was treating everyone the same, он со всеми одинаково себя вел, then равно. Her eyebrows went like this. Ее брови сохмурились. When Krishna sees Radhika's eyebrow go down like that, Radhika брови так вот then в дугу вниз опускаются, все, он сразу переполняется страха. But before he could do anything, до того, как он успел что-то предпринять, она просто forest, исчезла в лесу. And she crossed Yamuna and she came Yamuna here. И прибыла сюда. And when she arrived here, she was сюда, weeping and weeping. Рыдала и рыдала. And her tears flowed and made this sarovar. И сделали этот саровар, это озеро. So this is the lake of the tears of Shrimati Radhika. Поэтому это озеро слез Шримати Радики в мане, в гневе, в ревнивом, в ревнивом. What is the meaning of this man? Каково значение этого мана, ревнивого гнева? There are two contexts. Существует два контекста. In which we
hear of man. Которых мы слушаем о теории мана. One is первое. Man, the bhav. Ман это как бхава. The sthayi bhav. Sthayi bhava. And one is man. И другая ман это раса, so как раса. Different. То есть это две разные, ман как стайбава и ман как man, раса. Стайбав means, ман стайбава означает, что любовь усиливается. It's рати, рати, прем, према, снега, праная, пранай, ман. Comes to this stage. Доходит до этого уровня мана. Especially, в частности, снега means the melting of the heart, означает таяние сердца, which is accompanied by которое сопровождается потоком слез. And the feeling that I want to take care того, of this person. Что я хочу заботиться об этой личности. This is sneha. Это снеха. But when this affection becomes very, very intense. Но когда эта любовь становится очень интенсивной, сгущенной. It takes on a crooked appearance. То она принимает такую изворотливую форму. It seems to be the opposite of love. Кажется, как будто прямая противоположность любви. Have you ever seen? Видели вы когда-нибудь? The spokes of a wheel going around. Когда колесо крутится, they go around slowly. Крутится медленно, and then as the wheel speeds up, а по мере того, как оно ускоряет движение, и быстрее движение крутится, движение замедляется, и как будто потом начинает крутиться в другом направлении. Оптическая такая иллюзия. So in the same way, when snail, when affection becomes very intense, становится очень сгущенной, it seems to turn around and go the other way. Кажется, как будто разворачивается и идет в обратную сторону, что это как будто не любовь. But actually, it's just going higher. Но на самом деле это любовь, которая идет. Just because this man is manifest as adakshinya, проявляет адакшинья, противоречия, independence from Krishna, настроение независимости, doesn't mean that it's not love. Это не означает, что это не любовь. It's still love. Это все еще любовь. Just like, подобно тому как, you know, Karela. Знаете Карела? Огурец этот горький. So bitter melon is bitter. Горький огурец, горький он. But if you make the shape of a bitter melon out of sugar, но если вы сделаете из сахара такую же форму, как у карела, and make a bitter melon out of sugar, the shape is like a bitter melon. То форма будет выглядеть как у этого горького огурца, but the taste is completely sweet. А вкус сахара. So in the same way, radhika's man, it looks as if she's bitter, she's upset, she's angry. But this is very relishable for Krishna. Но это очень вкусно для Кришны. It is one expression of sweet love. Лишь одно из выражений сладкой любви. When the heart becomes crooked, когда сердце становится изворотливым, then Radhika wants to hide her feelings. Радика хочет скрыть свои чувства. And she becomes contrary. И становится противоречивой в отношении к Кришне. Once Radhika was sitting in a kunja and waiting for Krishna to come. Однажды Радика сидела в кунже и ждала, пока Кришна придет. And when she saw Krishna coming, когда она увидела, что он приближается, her heart was melted with snehi. Сердце ее растаяло от снехи. But that affection became so intense, it turned into love. Это чувство любви стало таким интенсивным, что оно трансформировалось в love. And though tears were flowing from her eyes, текли из ее глаз, she wanted to hide the fact, она хотела скрыть факт того, that the tears were flowing because of love. Что слезы текли из чувства любви. So she said to Krishna, и она сказала Кришне, О, Шамсундар, why did you come here with so many cows? Почему ты пришел сюда с таким количеством коров? Now the dust from their hooves has сейчас gone in my eyes and my eyes are watery. Глаза, и глаза теперь у меня слезятся. So she's hiding her feelings. То есть она скрывает свои истинные чувства. See, Krishna said, О, Приеджи, just be still, and I will show you, I'll blow я сейчас eyes. Подую тебе в глазки, я сейчас все это выдую. Radhika said, what good is it to me, your false show of love? Какое благо получу я от твоей показушной любви? Прекращай. This is only false show of love. Это только все показушное. So in this way, very sweetly, таким образом, очень сладко, the contrary to Radhika так включает настроение противоречия по отношению к Кришне. Это ман, это стайбава. Ман как стайбава. But here is not that man. Но здесь не тот ман, другой ман. Here is man, the rasa. Здесь ман, который является расой. Manda rasa is one type of separation. Раса ман это один из видов разлуки. And it comes in Krishna lila. И он возникает в Кришна лиле. Because na bhi na vi pralambena sambhoga pushti mashute. Unless there will be separation, then the happiness of meeting will not come to its не может дойти до своего высочайшего лимита. So man, the rasa. Ман как раса. This has two types. Имеет два вида. Ахени вагати премна свабава кутилабавет ато хейтос та хейтос ча мана юно мана уданчати.
Love moves in a crooked way like a snake. Любовь движется как змея, таким зигзагообразным образом. So young couples, they get mad with each other. They become upset with each other. Они начинают сердиться друг на друга. Манами по отношению друг к другу. Hate, временами хейту. По причине или ахету без причины. Or without a cause. So, if there's a cause, если причина есть, then the cause of man, то причина man with the cause, is always Krishna. Это всегда Кришна виноват. Krishna may make a mistake. Кришна, только он делает ошибки. This manaras, это манарас, with the cause, причина, is never the fault of Srimati Radhika, because Srimati Radhika, our Radhika has no faults. У нашей Радики нет никаких погрешностей, она абсолютно совершенна, поэтому... Мбарасани Валики, Джей Джей Си, Амин! Radhika has no fault. So. Радики нет никаких недостатков. But Krishna has some faults. Но у Кришны есть недостатки. What is that fault? Какие? Sometimes. Временами. See Krishna. Shri Krishna. He is dancing with Chandravali. Танцует с Чандравали. With Bhadra. С Бхадрой. With the Shaibya. С Шайби. The gopis from the anti-party. С гопи, которые из антигруппировок, которые не из свободных. Радика тогда обижается. Don't think that Radhika goes in man and becomes upset because Krishna dances with other gopis. Потому что Кришна танцует с другими гопи. Это не в этом дело. If Krishna will dance with Radhika's own friends, Lalita and Vishakha, с подружками Радики, с Лалитой и Вишакхой, Радика будет очень довольна. If Krishna will dance with the gopis in a group which is friendly to Radhika's group, like Shyamala, Radhika is very happy. Группировка Шьямалы, Радика будет часто. But if Krishna will dance with a gopi who is Vipakshi in the anti-party, like Chandravali, then Radhika becomes quite upset. Радика очень обижается. One day, Radhika was sitting in the forest. Радика сидела в лесу. And one Ban Devata. И один Ban Devata. Ban Devi, that means a fairy of the forest. Она лесная фея. Who was an assistant to Brinda Devi? Которая ассистировала Бринди Деви. She came to Radhika and she wanted to ask her a question about Prem Tattva, the truth of love. Об истине любви. So she said, "О Шриматиджи." И она сказала: "О Шриматиджи." Please tell me. Пожалуйста, скажи. If Chandravali. Если Чандравали. Or her friends. Или ее подружки. Or Tatastapaksh. Или Tatastapaksh, нейтральная группа. Neutral but friendly with her. If they dance with Krishna and если give him happiness, если они будут танцевать с Кришной и будут доставлять ему удовольствие, and if the goal of your life is also Krishna's happiness, цель твоей жизни также счастье Кришны, then why do you become angry? Но почему тогда ты сердишься? It's a good question. Хороший вопрос. You understand the question? Понимаете вопрос? You want to make Krishna happy. Ты хочешь, чтобы Кришна был счастлив, и они делают Кришну счастливым. So why do you become angry? Почему тогда ты сердишься? So the reason is причина такая, because Radhika and Chandravali, Radhika и Чандравали, they have very different types of love. У них очень разные виды любви. Radhika has madhusneha. У Радики мадхуснеха. Love like honey. Любовь подобная меду. And Chandravali has a gritasneha. А у гритасне, the love which is like ghee. Подобная ghee. So these don't mix very well. Они хорошо друг с другом не очень совместимы. So Radhika said, Radhika Chandravali is like the moon. Чандравали как луна. The moon always has some spots, some faults. На Луне всегда какие-то погрешности есть, какие-то пятна. So what is the fault of Chandravali? В чем недостатки Чандравали? She's too respectful. Она слишком уважительно себя ведет. If Krishna, if she sees Krishna coming, она увидит, что Кришна идет, along with her sakhi, вместе с сакхи, она встанет со сложенными руками, будет его приветствовать. And bring him and make him sit приведет down, его, усадит почтительно, and massage his feet, помассирует and его стопы, помахивает его. Even if Krishna by accident will даже say, если Кришна случайно скажет, oh, Radhika, how are you? О, Радика, ты как? Как ты поживаешь? By accident. Случайно в Чандравали так обратился. Чандравали не рассердится. Если она улыбалась до этого, просто ее улыбка станет в два раза шире. Она не рассердится. So, she's very respectful to она очень уважительно себя ведет по отношению so, к Кришне. Радика сказала, это показывает, что дружба между ними пойдет вниз. Because if some person comes, the president or prime minister, если президент, премьер-министр какой-то приедет,
Everyone will give great respect. Все будут с величайшим почтением, пиететом относиться. But if your friend comes, но если друг твой идет, then you just give them a hug. То ты просто его обнимешь и все. Like that. Come sit down with me. Так по-небратски, иди садись so со мной. When there's too much respect, then the friendship, the closeness goes. Слишком много уважения, то создается дистанция. So as the moon has faults, Chandravali also так has как у Луны есть пятна, у Чандравали тоже есть недостатки. Also, Chandravali is not expert. Чандравали также не искусно. Just like Chandra, the moon. Так же, как Чандра, Луна. You know, the Padma, the lotus flowers are very beautiful. Падма, лотосы очень красивые. But the moon, луна, when the moon appears, the lotus flowers close. Луна является, лотос закрывается. So Krishna is like a bumblebee. Поэтому he likes the lotus змей. Flowers. Ему нравится лотос. So the moon does things that is displeasing to Krishna. А Луна делает такое, что Кришне неприятно, потому что как Луна появляется, лотос закрывается. Змей не может наслаждаться. Поэтому Чандравли не знает, как Кришне приносится. Если я буду с моими сакхис, и я буду сидеть, and we see Krishna coming, и мы увидим, что Кришна идет, say, ignore him, мы скажем, ну-ка игнорируйте его, притворите, что его тут вообще нет. And if you come and sit down next to me, then I turn my face this way. And if you come and sit on this side, then I turn my face this way. And this really pleases Krishna. Это реально приносит Кришне огромное удовольствие. Because his anurag, потому что его his eagerness to meet with me, его жадное желание встретиться со мной, оно все усиливается и усиливается, говорит Радхарани. So pleasing Krishna through man, доставление удовольствия Кришне через ман, это один из видов Man-seva. When Krishna comes to Radhika and she's upset, Radhika сердится, then he will have to flatter her. Ему придется льстить и говорить какие-то там дифирамбы. He will have to glorify her beauty. Он должен будет прославлять ее красоту. And by doing this, Krishna becomes more and more absorbed in the beauty of Radhika and more and more anxious to meet her. И больше и больше он начинает трепетать от желания встречи с ней. So, Radhika. When Radhika is here and crying, когда Радика здесь, finally Krishna was searching for Кришна, her, он везде ее and искал, he came here. И прибыл сюда, на Мансаровар. And he was begging her. И он умолял ее. Priye charu shile, priye charu shile, smargala kanda. Mama Sirasi Mandalam Svaragala Kandalam Mama Sirasi Mandalam Dehi Parpalvam Udayam. Oh Radhika! Oh Radhika! You are so very gentle and well behaved. Ты настолько мягкая, ты так хорошо себя ведешь. Actually, she won't look at me. На самом деле, она на него вообще не смотрит, она полностью. But you're so gentle. Но такой ты такая мягкая. But she has no response. Но она вообще не отвечает. So then Krishna took his flute. Тогда Кришна взял свою флейту. And he placed his flute at the feet of Radhika. И положил свою флейту у стоп Радики. Why? Почему? Because this flute is like Krishna's Потому что mobile phone. Эта флейта, она как мобильный Кришны. The gopis program в этом мобильнике телефоны всех вражи гопи. С кем он контактирует? When Krishna plays the flute, поэтому, когда Кришна играет на флейте, then Radhika hears Radhe, Radhe, Chandravali, Chandravali, come. О, Чандравали, приходи. Бадра hears, oh, Бадра, come. Бадра, приходи. So when Krishna puts his flute at the feet of Radhika, that means I am not calling anyone, I promise. Все, никому не звоню, обещаю только тебе. No, I cannot call anyone. Никому звонить больше не могу. But Radhika is still keeping her man, Durjay man, unbreakable man. Это такой нерушимый ман. So then Krishna said, Smaragala, I am burning in the fire of Cupid. Я сгораю в огне Купидона. So I am bowing at your lotus feet. Поэтому я склоняюсь к твоим лотосным стопам. Please extinguish this fire by placing the soft petals, cooling petals of свои охлаждающие стопы поместив на мою голову. And see Krishna bowed down. И Шри Кришна склоняется. And when he bowed down, the tears, и когда он склоняется, то слезы from his eyes fell onto the toes of Radhika. Глаз, они упали на пальчики ног, на пальчики стоп Радики. And when the tears of Krishna touched the toes of Radhika. И когда слезы Кришна коснулись пальчиков стоп Радики, the corner of her mouth smiled, тогда just the corner, она так в уголочке рта такая улыбочка маленькая проглянулась. And she felt satisfied. И Радика была довольна. And gave up her mind. И оставила свой ман. So these beautiful loving pastimes took прекрасная place лила here. Случилось здесь. Man has so many types. У мана есть много видов. Удатаман. Удатаман. Лалитман. Лалитман. Бамаганди Удатаман. Бамаганди Удатаман. Утилиман. Нармалалитман. Нармалалитман. Many, many types. Множество so типов. We are most
indebted to our previous acharyas. We have, by their causes, mercy, become vachal, talkative, разговорчивыми. And they have opened out the secrets of the transcendental world. If we can, surrender ourselves fully to the lotus feet of Sri Gurudev, gradually, постепенно, all of this divine nectar, весь этот божественный нектар раскроется в нашем сердце, проявится. Сила Гурудева ки, Гурупада ки, Симан Саровар ки, Вриндаван Вихайлала ки, Санвари ки, Джей Джей Сри. This was a place for, but also I see that Srimad Radharani is also feeling some vipralamba. Здесь мы видим, что Радика являет настроение випраламба разлуки. Well, this is the most important thing for us. Это самая важная вещь для нас. Это випраламба, настроение разлуки. To try to help these feelings when Srimati Radhika is suffering. Когда Шримати Радика страдает из-за чувства разлуки. Это самое интимное, самое близкое служение. And us also as preachers. Because для нас, так же, как для проповедников, sometimes it's Vipralamba from Krishna, but also from all of us. Потому что Радика не только чувствует разлуку с Кришной, но также разлуку со всеми нами. Из-за этого now we are here. Сейчас мы находимся здесь. По причине разлуки, которую испытывает Шримати Радхарани, когда нас нет рядом, она зовет нас всех. When Mahaprabhu take the mood, когда Кришна takes the mood of, когда Шри Кришна принимает на себя настроение Шримати Радхарани и цвет ее тела, он становится Махапрабху. Он становится Аударья, он отдает очень милостиво, одаривает нас. По этой причине сейчас мы находимся здесь. И здесь у нас Панчататва. So we are very happy. Поэтому мы очень счастливы. To be receiving, not to receive all this mercy, all this grace. Получить всю эту милость. From Supreme Lord. От Верховного Господа. Шишарада Кришна. Шишарада Кришна. Шишарада Говинда. Пан Вайшнавас. Всех Вайшнавас. Because this is the most important to receive. Потому что это самое важное. Mercy. Получать милость. Through the devotees. Через преданного. When the mercy comes through the devotees, когда милость приходит the pure devotees, через чистых преданных, from right parampara, от нашей гуру парампара, right, то это значит, что все правильно происходит. That means that this is это указывает на то, что процесс совершается подлинным образом. So now we are here with и сейчас мы находимся в обществе таких вайшнавов, как Шри Парамадвайти Свами Махарадж, Шри Прем Прайоджан Прабху. Приапат. So this is very nice. We are Шармаджи. And this is our most important duty. Это наша самая важная обязанность. To remain always under this shelter. Всегда находиться под прибежищем вайшнавов. У лотосных стоп вайшнавов. Махаяна яна гатаса панта. Бхаджана яна гатаса панта. Всегда мы следуем по стопам великих личностей. Это тот единственный путь, которым следует идти. Это Утсахан Нишчай Дариат.
группа Господь. То есть у цыган с терпением, с энтузиазмом продолжать. С твердой верой в то, что мы достигнем нашей цели. Krishna does bad also sometimes. One day Krishna said, why does Radharani always have to do man? I can also do man. So when Radhika came, he sat down underneath the tree and faced the other way. Radharani thought, what is Krishna doing? I am the guru of man. Whatever he knows, he learned from me. And he thinks he can defeat me. So Radharani sat down on another beneath another tree facing the opposite direction. Rupa Manjari was looking at Krishna here and Radhika there. She thought, oh, we have to cheat Kutila, Jutila, Abhimanyu, Chandravali, and everyone to bring Radha Krishna together, but now they're together, he's looking this way and she's looking at him. All our hearts ever was for nothing. So then, Rupa Manjari came up with a plan. She said, oh Krishna, don't look at me with your eyes like that, trying to persuade me to talk to Radhika. But see, Krishna didn't look at her. But Rupa Manjari said, and when Radharani heard, oh Krishna's trying to get Rupa Manjari to speak to me, she jumped up and she said, I am the winner, I am the winner. In this man contest, I am the winner. But because Radhika was the first one to speak, so Krishna jumped up, I am the winner, I am the winner. So who do you think is the winner? Is Krishna the winner in the man contest? Or is Radharani the winner in the man contest? Let me just